Либерально-демократическая партия России и коммунисты России подали документы на выборах депутатов Госсовет Чувашии по единому избирательному округу и одномандатным округам. Также в ЦИК Чувашии поступил список партии «Родина» по единому округу. Документы на выдвижение списка в Госсовет Чувашии предоставила Российская экологическая партия «Зеленые». Также списки для заверения в выборах в региональный парламент в Центральную избирательную комиссию республики подала КПРФ. Председатель Чувашского регионального отделения партии «Яблоко» Владислав Аркадьев подал документы на выдвижение в Госдуму по Чебоксарскому одномандатному избирательному округу 38. Два кандидата от партии ЛДПР, Константин Степанов и Вячеслав Соловьев, выдвинулись на выборы в Госдуму по Чебоксарскому и Канашскому одномандатным округам. Эльза Кузьмина, представитель партии «Новые люди», подала документы в Госдуму по Канашскому одномандатному округу.